Брестская Библия. Возвращение домой. Сегодня в городе над Бугом презентовали копию уникального памятника. По сей день фолиант считается самым красивым и дорогим в книжной культуре Беларуси. В натуральном кожаном переплете, с коваными застежками, весит копия 15 килограммов. Над факсимильным изданием работали сотрудники Национальной библиотеки. Специалисты постарались воссоздать оригинал с максимальной точностью. Пометки и печати, даже старинные пятна. Увидеть, как выглядело самое авторитетное издание Беларуси, могут все желающие. 10 экземпляров переданы в библиотеки и учреждения Бреста. Совсем недавно мы уже показывали, у нас была экскурсия детей из соседней школы, и мы показывали Брестскую Библию. Для них вот этот фолиант такого большого размера, который весит 15 килограмм, который украшен металлическими оковами, окладами, для них это что-то необыкновенное. И мы шутили и говорили, вот представляете, у вас 5 или 6 учебников вот такого вот формата у вас в рюкзаке. И хоть выпускалась Брестская Библия большим тиражом, в Беларуси сохранилось всего несколько оригиналов. Брещане много лет пытались вернуть фолиант на родину, выкупить из частных коллекций, но цена вопроса была слишком большой. Долгожданный подарок преподнес к тысячелетию города президент. Силами меценатов удалось выкупить оригинал из частной коллекции за рубежом. Во сколько он обошелся – большой секрет. Сейчас оригинал хранится в сейфе в Музее истории города.